звонок позовет на урок. Значит, закончилась шумная лето. Первый день сентября, всем радость даря. Каждый раз повторяется это. Нет, Елена Григорьевна сказала, нет, класса нет вообще. Только первого класса что-то нет. Расписание надо. Ведь первоклассники сегодня самые главные действующие лица праздника. Именно для них прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Приветствуем наших первоклассников! Рада видеть вас. Вам часто будет сниться, как вы идете в первый раз в первый класс учиться. В большой и светлой школе для всех открыта дверь. Все пришли учиться. Вы школьники теперь.